Алексей Вакулич, игрок «Динамо Минск». Здесь все очень на высоком уровне. Здесь классный коллектив, профессиональный тренерский штаб. Приятно находиться в таком коллективе. Здесь все на очень высоком уровне, поэтому только положительные эмоции. Тут одна тренировка, и уже как, чувствуешь, как будто тут год играл уже, поэтому все хорошо. Тепло приняли в коллективе? Ну, теплее, чем на улице. Что не получилось в матче с Арсеналом у команды? Что пошло не так? Ну, может, не полностью выполнили тренера установку. Так старались, и все как бы отдавались полностью. Там не было равнодушных людей. И, ну, так получилось. Дай бог, мы исправим свои ошибки и в следующих играх будем набирать уже полноценные 3 очка. Тоже потренировались на живом покрытии, уже чуть другой футбол. Поэтому, ну, готовимся, смотрим соперника, делаем свои, исправляем ошибки, делаем свои какие-то наигровки. И будем, думаю, в субботу готовы, все будет хорошо. На что тренерский штаб сказал обратить внимание? Славия такая команда довольно. Ну, это мы сложно. В субботу покажем, на что нам сказали обратить внимание. Пару слов о сопернике, в принципе, если можешь сказать. Думаю, со Славией ты сильно, наверное, не встречался еще в рамках чемпионата. Встречался, но дома они всегда хорошо у себя играют. Плюс живое поле у них. Тут еще апрель, я не знаю, как оно там будет, готово, не готово. Как хорошо, поэтому в любом случае будет тяжелая игра. И мы настраиваемся на победу. Я думаю, соперник тоже, поэтому, я думаю, будет интересно. Все в наших руках. Но сам готов к игре? Конечно, готов. В этом клубе нельзя быть не готовым.